Здравствуйте, вы смотрите «Гороскоп», меня зовут Антонина Сатарова. Я расскажу, какие советы дают нам астрологи в этот день. Овен. Это удачный день для покупок как за наличный расчет, так и в кредит. Не исключено, что вам придется прибегнуть к финансовой помощи партнера. Телец. В этот день вы удачливы, но не забывайте, что другие люди способны втайне завидовать вашему успеху. Близнецы. Ваши мысли принимают новое направление, но ваши решения начинают оказывать более заметное влияние. Такие факторы, как эмоциональное и физическое состояние. Рак. Вы вправе рассчитывать на благородство друзей, выраженное в форме материальной, юридической или моральной помощи. Лев. Ваша амбициозность будет выражаться не только в желании занять кресло босса, но и в стремлении увеличить свои доходы. Звезды напоминают, что мечты исключительно о личном обогащении вряд ли сделают вас счастливее. Дева. Вы можете быть слишком восприимчивы к вопросам любви, тайн и интриг. Помните, что ни одна идея в это время не может быть реализована без солидной материальной базы. Весы. Вы можете заметить, что слишком расточительны. Звезды уверяют, что в это время вы вправе рассчитывать на щедрую помощь со стороны партнера. Скорпион. Выразите уважение взглядом партнера и не перебивайте, пока он не высказался до конца. В ответ на такую деликатность он будет прекрасно к вам относиться. Стрелец. Поведение вашего помощника, посредника или ученика меняется. Возможно, он не захочет слепо доверять вам и в ближайшее время сделает попытку уличить вас в обмане. Козерог. Вас ждут приятные события, связанные с детьми и личной жизнью. Вы можете получить подарок или услышать долгожданное признание. Водолей. Вас наверняка порадуют приятные события, происходящие в доме, но не исключено, что вам придется постоянно поддерживать личные контакты с людьми, от которых зависит достижение ваших целей. Рыбы. Любые противоречия, например, юридические или финансовые, будут разрешаться в вашу пользу. Вы можете надеяться на удачную покупку.